Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим, всем здорово. Итак, мы решили попробовать немного такой теперь формат, будем играть именно по континентам. Сегодня у нас играет Южная Америка против европейцев. Сегодня Криштиану Роналду против Лионеля Месси. И Максим будет играть за Пеналду, я за Шмуса. Так что все, что? Смотри, явно фигура. Нет. Да ты посмотри. Не буду. Стоп. Короче, вы запомнили клубы, нам надо выйти и играть без правил. Кстати, смотри, тут, опа, смотри, там салют. И, кстати, вон они, тренера сверху, а не снизу. Там буца какая-то имя. Чего все такое резвое, мне нравилось мета. Вообще непривычно, короче. Я же вроде забил. Я говорю, медленно. Вон, смотри, мои, вон, о, бутылка там еще какая-то, видишь? Когда игроки медленны, им играть легче. Мбаппе пошел, короче, гол. Ты что, издеваешься? Мбаппе пошел, гол. Посмотри, кто забил. Пудюх. Да что это за рука? Да ты надоел головой. Не, ну я сейчас навешу на Месси, он говорит. Ну ладно, не Месси, это где. Бала! Что за фигня? Главное у Месси мячик отобрать. Им потому что много чего можно. Он головой пробил. Да ладно, блин, с углового головой. Мог бы и ногой. Неожиданно. Внешней щекой. Вообще неожиданно, я вообще не ожидал от тебя такого, короче. Спасибо. На. Я хотел красиво. На. На. Ой, ой, отдай. А блин, что все у моих ворот происходит? На счет посмотри. Да блин, это явно не показатель. На. Я еще раз пиханул. Да стухнет уже. Нет! Твою. Он отвлек. Я забью сейчас, я не буду, короче, больше баловаться. Смотри, радостный. Я буду нормально сейчас играть. Я вот сейчас вот будет ком. На жопу. Не, знаешь, просто все силы на него потратят. Ну беги, дурень. Без думаю, правил уже, без думаю. Правил, без правил. А мы камбэчим, мы камбэчим. Смотри, вратарь жал. Камбэчим, камбэчим. Попом, попом, главное, попом работаем. Ты прям про церковь какую-то. Попом врагами. Попом врагами. Батюшка. Их и так много, а ты еще шутишь. Попов много. Вот именно попом, потому что работает. Это черт. Офсайда нету, потому что. Черт. Главой. Куда ты побежал? Уходи, уходи. Он попом побежал. У него борода есть, ему можно. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. А, блин, пенальти же нету. Вот такую? Нет. Хорошая. А она неймаровская, она неймаровская. Фирменная, как говорится. Ой. Не, ну я не буду проигрывать, надеюсь, я не хочу подбирать. Это будет чё ли первый вагер, который я проиграл. О, дебил. И без тебя так пройду. Знаешь, что Саринаваса? Знаешь, из Ростова? Вот он праздновал гол, он рот сильно открыл, у него челюсти села. Я сейчас так же открыл, у него челюсти села. Гол красивый. Да явно Дехей надо звать. Камбэк, 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 ребята. Я вам говорил, когда еще проигрывал. Свисти, падла. Ну, свисти! Что? Все, я не играю. Что за дела? Пенальти.
Нечестно. Давай вот эти вот абаба. Это чего? Это я сначала бью, а потом ты два подряд, потом я два подряд. Не пугай. Он подходит к мячу. Традасон этой серии. Ха? Лёх. 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 Бульгарли. Бульгарли. Прям чистенько. Бей. Ты ж смотрел туда с самого начала. По чистоте. Суп. По чистоте. Так. Да по твою ж мать, два подряд, это как так-то? Да фак. По чистоте. Да это вообще. Да твою ж мать. Я ж камбэчный, 2-2. Это Абаба, щит. Абаба. Мне не нравится это Абаба. А мне понравилось, знаешь? Веселая. Мне нет. Как дурак 2 промахнулся. Все, короче, друзья, если вам понравился этот видеоролик и то, что я проиграл, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, можете на нас в инстаграмах подписаться. С вами был Андрей и Максим. Всем пока.